Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я же делюсь с вами только информацией. Сегодня я хочу поделиться с вами новым краном. Мультивалютный такой вот кран. Так, значит, здесь как на Faucet Hub вывод и прямо на кошелек. Здесь есть разная криптомонетка. Значит, смотрите, на кошелек, прямо на кошелек, он немножко накопительный, это Litecoin, не перепутайте с Litecoin, вот это Litecoin, Agrocoin, Stellar, это вот три монетки, они идут прямо на кошелек, а Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, вывод на Faucet Hub. Значит, что здесь? Вот это наш баланс. Я как бы только вчера, уже поздно вечером зарегистрировалась в нем и собирала Stellar. Вот, значит, это наш баланс. Будет вся криптовалюта отображаться. Здесь мы прописываем кошельки. Вот это вверху привязанный к Faucet Hub, а это напрямую прямо на кошелек, чтобы был, да? Значит, далее здесь реферальная программа. Будет находиться наша партнерская ссылочка. Кому интересно свою, я оставлю под видео. Ну, а здесь профиль. Далее, вот это просто как бы кран обычный. Вот, давайте я покажу, как он. Ну, я Стеллу покажу, так? Нажимаю, так как я ее собираю. Вот. Значит, нас перебросило на страничку. Нажимаем Next. И разгадываем капчу. Так, R, A, W, A, U. Нажимаю Get Reward. И мне начислили. Значит, сейчас страничка загрузится. Это 10 минут отсчет. Ну, такую сумму мне начислили вот этих моих монет. Так. Рекламка, как всегда. Так, нажимаю дашборд. И сейчас проверим вывод на Faucet Hub. Соберем монетку. Просто так, вот это, просто кран, вот эта вкладочка, да? Собираем как бы вот эти все монетки. И давайте проверим. Смотрите, вот чат еще, кстати, вот все постоянно он появляется. На крестик нажимается. Надо, чтобы он не мешал. А здесь есть экстра фаукет, как бы экстра кран. Смотрите, здесь и немножечко по-другому сбор. Я сейчас попробую доги, как бы, да, собрать. Смотрите, что у нас здесь. Ну вот, 120... 6, да? А на экстра... Сейчас я перейду на экстра. И посмотрим. Экстра нажимаю. Там и капча немножечко, конечно, по-другому. Там как бы... А здесь, смотрите, здесь уже больше. Давайте соберем доги и выведем. Нажимаю claim. И таймер здесь 5 минут. На экстра. На обычном кране 10 минут. На этом 5 минут. Нажимаю Next. Значит, разгадываю такую вот опять капчу. Значит, далее Get Reward. И вот у нас перебрасывают уже на страничку, где мы будем еще разгадывать капчу. После того, как разгадали капчу, нас перебрасывают на другую страничку. Нажимаем Get Link. Здесь очень много реклам вот у этой экстра кране. Так что я не знаю, лучше на простом. Хоть и больше монет, и меньше минут. Вот. Так. Сейчас еще раз. Очень много заморочек. Я не люблю так.
В общем, вот таким вот образом далее, да, так, ага, и 0 точка, так, вот здесь вот, сейчас нажму ок, догов дали 0,16 догов, значит, ну давайте проверим его тогда на вывод, нажимаем виндраф, кошелек у меня прописан. Минимума здесь нету на Faucet Hub. Минимум только есть на вот Agricoin, Litecoin и Stellar. И нажимаем вывод. Так, Windrav Dogecoin. Так, значит, теперь пойдем на Faucet Hub сразу. И перезагрузим страничку. Значит, смотрите, вот CoinGratia, сам, в общем, но Dogecoin, доги вот пришли. 0,16 догов только что пришло. Кран платит сразу на Faucet Hub. Что еще здесь нет? Есть, значит, тут вот я вот лучше буду на этом, потому что здесь, ну, столько много рекламы, это вообще. Значит, автофаукет можно поставить, будет собирать авто. Это уже нажимать, какая вам надо криптомонета, и будет автоматически собираться. Далее, майнинг веб, это уже будет тут работать, майнить ваш компьютер. Мне это не надо. Есть самое главное, интересно, вот мне нравится обмен. Значит, выбираем, какая нам криптовалюта и на какую обмен. Собираем там, да, всю криптовалюту, и на одну какую-нибудь будем потом, можно обменять. Правильно? Так. Ну, здесь что у нас? Статистика, как я поняла. Вот, ну здесь вопрос-ответ. Вот такой вот мультикран. Кому интересно, пользуйтесь. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Не забываем подписываться на канал. До новых встреч.